если я двигаюсь с ковшом, то я здесь сижу. Если я управляю, то я разворачиваюсь. Андрей Иванов проверяет новую технику, которая совсем скоро поступит в ведение коммунальных предприятий Одинцовского округа. Это колесный погрузчик-экскаватор, аварийная мастерская «Газель» и 4 автоцистерны. Это машины, необходимые для того, чтобы обеспечить подвоз воды в случае остановки централизованного водоснабжения по причине каких-либо работ, либо аварийных ситуаций. Эти машины будут переданы в наши ресурсоснабжающие предприятия. Две машины для подвоза воды будут дежурить в Одинцове, остальные отправят в Звенигород и Кубинку. Экскаватор-погрузчик передадут в теплоснабжающую организацию «Звенигородские инженерные сети». Для того, чтобы повысить их надежность и провести максимальный перечень работ за летний период и зима, чтобы прошла без каких-либо эксцессов. Сразу после передачи спецтехники совещание по итогам месячника благоустройства. Андрей Иванов отметил, что коммунальные и муниципальные предприятия качественно выполнили большой объем работ. Одинцовский округ находится в тройке лучших муниципалитетов области по выявлению и устранению дефектов на объектах городского хозяйства и в многоквартирных домах. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».